цель, и я молитву говорю, чтобы Бог меня исцелил, и я мог ходить и бить. Вот мне тяжело уехать, как по траве я еду. А потом я выйду, будет хорошо. Он так говорит: мама, мамочка, ну мне так хочется, как братик, у нас еще есть сыночек, да, 4 годика. Так хочется мне ходить и бегать. Ну все, конечно, от Бога, мы в это верим. Не теряем надежды, что все-таки это чудо произойдет. Когда мы узнали, что в нашей семье вот будет мальчик, и врачи сказали, что диагноз, получается, спина бифида, это было на УЗИ сказано. С Божьей помощью Бог дал ему жизнь, и он родился. Он появился с открытым позвоночником. У него, получается, не было сращения этих позвоночных дуг. И врачам нужно было делать пластику, нужно было укладывать все эти нервные окончания, которые были наружу. Это была очень операция трудная. Исход врачи сказали, что положительный, что потихоньку он идет на поправочку, и нас должны через 2 месяца в реанимацию мы провели, выписать. Мы не стоим, мы не можем ходить, но желание у сына очень сильное – ходить и бегать. Он находится в памперсе, он не может сам контролировать пока все эти свои функции организма. Нужно ему помогать, нужно контролировать, чтобы все было хорошо. И еще нам Бог послал на пути вот родителей, у которых тоже такой диагноз спина бифида, и которые прошли уже этот уже этап. Сейчас этому мальчику 14 лет. И получается, я с этим папой общалась, и доктор. Он говорит: вот и так, вот мы делали эту операцию в Израиле. Советовались с профессором, который, в общем, этот известный очень профессор. Он микронейрохирург. Он эти операции уже делал, он, получается, уже многим деточкам помог. Ну, как бы операция нужна, вот 7-часовая, очень ответственная, очень, которая нужна для Марка, чтобы улучшить его, вот, и чтобы ножки, нервные окончания, импульсы эти пошли, и чтобы без этого памперса, чтобы он мог существовать. И чтобы он мог сидеть, и чтобы он передвигаться мог, ходить и бегать, как вот самому ему тоже очень хочется это. Вот мы просим вас, дорогие люди, дорогие друзья, которые есть расположение, есть желание, в общем, помочь нашему сыночку. Операция это очень дорогостоящая, очень неподсильная для нас, для семьи, для Украины. И поэтому, чтобы это все произвести, все это совершить, мы вас очень просим, если есть такая у вас возможность и расположение, помогите, пожалуйста. Вот. И пускай вас Бог благословит обильно. Всего вам хорошего. С Богом. Мой друг, это пищи, когда без великан идет войну на христиан. Доверимся Христу в помоги, Господь на нашей стороне. Аминь.